Очередной фильм «Пираты Карибского моря» уже успел нашуметь. Сейчас канал «Интересные факты» расскажет интересные факты из истории создания этой картины. Сцена шумной свадьбы со стрельбой, которую снимали в Хастингс-Пойнт, стала звездным часом для семьи Стивена Грэма. Создатели фильма попросили его жену, талантливейшую актрису, сыграть Беатрис Келли, разбитную невесту Джека Воробья. Двое бойких и очаровательных детей Стивена и Ханны, Альфи и Грейс, сыграли отпрысков Беатрис. Испанский актер Хуан Карлос – единственный актер, сыгравший в двух разных фильмах саги «Пираты Карибского моря». Его можно увидеть в роли испанского капитана в картине «На странных берегах». Ну а в новой части он перевоплотился в верного лейтенанта Лесара из команды капитана Салазара. Было создано 88 версий дневника Карины Смит, с которым героиня не расставалась ни на минуту, прежде чем выбор остановился на том, что использован в фильме. У него кожаная обложка и пожелтевшие страницы, которые были состарены очень интересным способом. Их вымачивали в кофе. На создание одного костюма морской ведьмы Шансы, которую играет Фарахани, ушла неделя работы, в течение которой 42 человека трудились над ним по 15 часов в день. В день съемок трюка с крутящейся гильотиной над декорацией города Сен-Мартен прошел сильный дождь. Чтобы быстро осушить площадку, художники по декорациям высыпали 30 тонн песка. Когда команда фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» осуществляла съемки в непроходимых джунглях на склонах горы Тамбурин, им пришлось надеть каски, чтобы уберечь головы от невероятно тяжелых черных бобов, падающих с древних деревьев. Масштабная логистическая операция для организации съемок на островах Святой Троицы потребовала перемещения 60 грузовиков на расстоянии 1400 километров. Когда создатели фильма «Мертвецы не рассказывают сказки» снимали на пляже Уайтхевен на островах Святой Троицы, необычные погодные и приливные условия создали ситуацию, в которой актерам и съемочной группе пришлось практически десантироваться с парома и высаживаться на берег, находясь по шею в воде. По завершении 93 дней основных съемок в Австралии, грозовой фронт привел к отмене всех авиарейсов из крохотного аэропорта острова Гамильтон. Более 200 актеров и членов съемочной группы добирались до материка на пароме через неспокойные воды пролива Святой Троицы, а затем более 2 часов ехали на машинах до города Маккей и лишь оттуда вылетали наконец домой. С вами был канал «Интересные факты». Подписывайтесь, у нас еще много удивительного.